Три человека погибли в результате падения с 17-го этажа жилого дома на севере столицы, сообщил в понедельник источник, знакомый с ситуацией. По неизвестным причинам женщина с двумя детьми выпала из квартиры в доме номер 4 на Левобережной улице, сказал собеседник. По его информации, все трое погибли. Источник уточнил, что одному ребенку было 4 года, другому – 1 месяц. В настоящее время на месте работает полиция, устанавливает обстоятельства произошедшего и опрашивает свидетелей, добавил источник. Соседи услышали громкий крик и звук сильного удара. В квартире – порядок, повсюду детские игрушки. На место трагедии только что приехал муж погибшей. У него сильнейший шок, он даже не может назвать свое имя. В столичной прокуратуре журналистам сообщили, что надзорное ведомство проводит проверку по факту обнаружения тел женщины и детей на Левобережной улице. Тело женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2021 годов рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, обнаружены под окнами жилого дома на улице Левобережная, сказали в надзорном ведомстве. По предварительной информации, женщина взяла детей на руки и спрыгнула вниз с 17-го этажа. Что могло послужить мотивом для произошедшего, пока неизвестно. Женщина на днях жаловалась управдому, что ей одиноко. Ольга была расстроена, что у нее нет ни подруг, ни знакомых, а муж постоянно на работе. В дом, где произошла трагедия, семья заехала в начале года. Соседи отзываются о них только положительно –